А прямо сейчас смотрите нашу традиционную рубрику «Народные новости». Что нового произошло у жителей Саратова, узнала съемочная группа РЕН-ТВ. Что нового в вашей жизни произошло? Дочь уехала работать в Питер. Отпуск. У меня сегодня день рождения. Собираюсь его отметить с друзьями и с родителями. Иду на день рождения. В поликлинику еду. Внук старший закончил аграрный университет. Пытаюсь найти работу. Квартиру получили. Вот сейчас обставляем ее. Другу машину делали. Ну, весело было. Пару недель назад на море ездили. Было интересно. Были в гостях в Саратове у родственников. Сегодня уезжаем. Сегодня уезжаем домой из Саратова, да. Были в гостях. Мы живем в районе. Потребовали от меня отчет, который я делаю своему шефу в Москву. Вот уезжаю на следующей неделе делать отчет. Готовимся к школе? Приехала к школе одеваться. Мы выдаем племянницу замуж, поэтому едем в гости. Оставляем здесь родителей, а сами, которые помоложе, едем на свадьбу. У меня скоро будет в семье пополнение. Внуки ожидаются. В этом году.